Доброе утро, Пермь. Меня зовут Александр Витюховский, и сегодня я расскажу вам про такой вид спорта, как сквош. Вообще, вот довольно трудно объяснить, что такое сквош. Если в двух словах, то это игра с мячом и ракеткой в ограниченном пространстве, где игроки по очереди бьют в стену так, чтобы второй игрок не смог совершить свой удар. И сверху, и снизу есть ограничения, нужно попадать в определенное пространство на фронтальной стене. И обычный счет до 11 игра идет, как в маленьком теннисе. Для игры нужно самое главное – это ракетка и мяч. Они в сквоше специфические, мячи у нас специальные, они бывают разные. Да, размером они примерно как настольный теннис, но они резиновые, мягонькие, за счет чего скачут не очень хорошо, скажем так. Ракетки тоже специальные для сквоша. У них специфическая форма и длина определенная. Бывает разная форма, но границы примерно такие, как у этой ракетки. Занимаюсь с момента открытия сквош-парка. Произошло это два с половиной года назад. Как раз вот ракетками, в общем-то, я играл сначала настольный теннис, потом немного поиграл в большой теннис и вот нашел себя в сквош. Именно сквош – это вот такая усиленная кардиотренировка, потому что там все дело в том, что игра очень динамичная, практически без пауз, и там такие взрывные движения, они перемежаются с моментами такого там секундного простоя. И в этом плане он отличается трудозатратами от того же бега, например, тем, что нагрузка идет именно на кардиосистему. Если у вас есть свободное время и желание, то обязательно учитесь чему-то новому, учитесь играть в сквош, самосовершенствуйтесь и побеждайте.